городок провинциальный, с хвойным именем лесной. Здесь среди тайги спокойно жили, были мы семьей. И не ведали, не знали, что придет урочный час. Долг начать образование позовет в дорогу нас. Папа в звании подполковник, сейчас на пенсии пора. Мама в доме с генералом, на работе медсестра. А Еленушка сестрица всех излечит и исцелит. Настоящий детский доктор, супердоктор Айболит. Настя, Оля, Дима, Женя, одноклассники, друзья. Атаман, Аленка в юбке, мне без вас никак нельзя. Вместе учимся, мечтаем, вместе лопаем еду. По домам своим скучаем, эх, без вас я пропаду. В общем, жизнь у нас простая, ни графья и ни князья. Мы как птиц свободных стая, слава Богу, все друзья. И пускай по всем предметам в академике не прем, но при всем при том и этом живы будем, не помрем. Большой морали нет, просто странный мы народ. Хоть не склеилось со зрением, но зато душа поет.